оставили нас работать в лагере. Ну, может быть, я землю плохо наверх кидала, не знаю. Но я не просилась. Сказали, сиди здесь и сделай, иди ты, и сделай что-нибудь путное. Ну, и решили мы путное сделать. Пожечь траву, которую мы же соли в свое время собирали. Ну, ничего. Вот мы тут такие, сильный пол, то есть женский. Отличненько справляемся. Сколько мы сожгли уже? 2, 3. 4 снопа сожгли, вон дровосек. Вот, никого нет. Все чудненько. Такие мы трудяги. Женский пол всегда молодец. Вон у нас дровосек, вот это наш костер. Ну, пришлось, конечно, устроить скандал. Я начала жить сама. Но они потом тоже с этой схватились. Вот. А вот Леня у нас чинит потолок. Дровосек разбирает сноп. Вот, я сейчас засниму наш костер и возьмусь за еще один сноп. Еще один сноп у нас перед домами. То есть, в принципе, еще один снопец у нас будет гореть. Ну, в общем, получается, что уже 1,5 часа мы это дело палим. Ну, нормально. Вот тут у нас палаточки. Вот, погода хорошая, солнца нет, есть ветер, но это нас не испугало, мы все равно жжем наш силос. Все, я Татьяна.